Скажите, почему человек не знает? Человек не знает, потому что неожиданность принесет ему счастье. Потому что неожиданность создаст у него эйфорию любви. Потому что неожиданность может создать для него радость. А почему у вас не получается? Потому что вы мечтаете, и он должен быть таким, должен быть таким. Но выйдете ли? Ну, в этом году нет. А на следующий, ну, скорее всего. Почему сразу замуж? Почему замуж? Зачем он вам нужен? Вот если вы научитесь говорить, зачем тебе нужен мужчина? Всегда произносите эти слова. Всегда произносите эти слова и выйдете замуж быстро. Когда с подругой будете разговаривать, ради прикола говорите, зачем тебе мужчина? Если она будет говорить, о, мне нужен, чтобы там мне... Да все знают, чтобы залезть на шею и чтобы содержал. Все же прекрасно понимают, что это такое. Нет, нет, ну, женщина говорит, нет, нет, я ж не такая, что же, я ж тоже, так а зачем богатый? Чтобы его деньги тратить, знаете, чтобы использовать мужчину, это же нормальный процесс. Да ладно, это как бы так нехорошо говорить, так неинтеллигентно, но правда, а мужчина, ну, будет спать с вами, вы будете его деньги тратить, он будет в это дно, он будет по вечерам там с вами заниматься интимными отношениями. Ну, ладно, не об этом, а как бы вот о чем. Когда будете с кем-то из друзей встречаться, своих подруг, там, за бутылкой вина или виски, наши девочки пьют вино, виски и закусывают все мясом,